Одинцовский городской суд выселяет семью из единственного жилья. На днях состоялось заседание о выселении семьи из 3 человек из их единственного жилья. Это Россия сегодня. Хочу рассказать вам для кого-то печальную, но обыденную в потоке новостей, а для кого-то трагическую историю этой обычной среднестатистической российской семьи. Молодой человек из глубинки был призван на срочную службу, которую он проходил в Подмосковье. Конечно, для него это была реальная возможность вырваться из умирающей деревни, где уже был уничтожен колхоз или совхоз, не знаю точно. Жители покидали свои дома, безработица. Но, впрочем, как и в десятках тысяч других деревень и сел, из которых тогда продолжался массовый исход в крупные города. «Изгнание из рая», – так выразился Василий Мельниченко об этом процессе. Этот молодой человек остался на сверхсрочную службу, получил звание прапорщик, женился, получил служебное жилье в виде комнаты в общежитии. Супругу он нашел из местных, она ходила в детский сад, в школу в этом населенном пункте, закончила вуз и работала в сфере образования. Родился ребенок. Ну все, как у всех совершенно обычных, типичных семей. Какое-то время комната в 12 квадратных метров их устраивала. Пока молоды и ребенок маленький, особо не замечаешь определенного дискомфорта от стесненных условий. Они надеялись на будущее. Оба стояли в очереди на получение более благоустроенного жилья. История эта началась 25 лет назад, в конце 90-х. Еще жива была надежда на получение жилья, как фантомная память из советского прошлого. Зарплаты мизерные, военные получали тогда как уборщицы, и глава семьи решил уволиться после 8 лет службы. Но что-то пошло не так, как он рассчитывал, или наоборот так, как у всех. Оказалось, не все просто. Где-то мало платили, где-то вообще кидали, где-то не устраивали условия труда, где-то не хватало квалификации. Какая к черту там ипотека, а тем более покупка собственной квартиры? Ребенок рос, получил высшее образование, они так и продолжали жить в этой 12-метровой комнате. Уже и надежды не осталось. Женщина осталась без работы. Их муниципальное учреждение ликвидировали. Из очереди на квартиру их выкинули. Начались проблемы со здоровьем, и в результате вторая группа инвалидности с социальной пенсией 12 тысяч. Но оказалось, что это не последнее испытание. Общежитие с их комнатой сменило собственника. Или управляющую компанию, это в принципе не важно. Началась чистка рядов, то есть жилого фонда. И в эту семью пришло извещение, в котором требовали освободить занимаемое помещение. А следом еще и повестка в военкомат для сына. Ну а как освободить? Куда деваться? И они продолжали жить, пока не получили повестку в суд. И вот с того момента состоялось уже 3 судебных заседания. Процесс длится 4-й месяц. Истец требует освободить помещение. Казалось бы, под благовидным поводом. Якобы в этих комнатах будут жить офицеры Минобороны, проходящие службу в гарнизоне. Но мы-то прекрасно знаем, что общежитие полупустое. Много комнат и сейчас свободных. Но не хотят жить офицеры с семьями в общаге. Со своими доходами они предпочитают снимать более комфортное жилье. Тем более, что им выплачивается компенсация за съем жилья в соответствии с федеральным законом о статусе военнослужащего и приказа министра обороны номер 686. Практически полностью. И вот теперь главный вопрос, который каждый из нас должен себе задать. А как же статья 40 Конституции? Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Малоимущим и иным гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. В дополнение к Конституции жилищный кодекс, статья 57, предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
предоставляется жилье на основании решений органов местного самоуправления. Вы думаете, эта семья не обращалась в администрацию со своей проблемой? Да неоднократно. И всегда один ответ. Мы не располагаем жилым фондом, нет возможности. И утверждают, что требования закона распространяются только на малоимущих. А у вас типа есть автомобиль? Да, есть. Старенькая «Лада» в кредите, которую за 300 тысяч не продашь. И еще. Сына пытаются призвать на срочную службу. Скажите мне, должен он исполнять эту обязанность, если государство так относится к его семье? Как он может защищать отечество, если отечество не признает в нем гражданина? Молодой мужчина, полный сил, рожденный и выросший здесь, на этой земле, а родина относится к нему как мачеха. Она лишает его не только жилья, но и будущего. Так есть в России конституция и закон или нет? Или это лицемерие, пустая бумажка, ширма, прикрывающая истинное лицо антинародного государства? В январе суд вынесет окончательное решение о судьбе этой семьи. Вы думаете, суд встанет на сторону ответчика? Да нет, конечно. Почему так происходит? Почему власть так бережно и лояльно относится к мигрантам и с такой жестокостью к своим соотечественникам? И что дальше делать этой семье? Как вы думаете, уехать в глухую деревню или просить убежище на Западе? Я понимаю, если бы суд вынес решение освободить занимаемое помещение и одновременно обязать администрацию города или района предоставить другое, приемлемое для проживания жилье. Но ведь такое решение из области фантастики. Только вопросы, вопросы, без ответа. Я думаю, это просто позор тем, кому доверено управлять нашим отечеством. Прошу всех поддержать эту информацию репостом. Только так мы сможем помочь друг другу отстоять свои права. У нас осталась единственная возможность – это интернет и социальные сети. Не оставайтесь равнодушными. Только вместе мы сила.